быть окончание соревнований в силу того, что Качанов выиграл это соревнование. Это новая наша генерация, и мы ждем и надеемся, что за вами пойдут многие молодые ребята, которые позволят нам вновь стать первым мире. I would like to congratulate and thanks both finalists and congratulate Karen on winning this tournament final. He is the bright representative of a new generation of up-and-coming Russian players, and I'm confident that many more young, talented Russians will be following suit. Я хотел бы от всей души поздравить с окончанием прекрасного турнира ВТБ Кубок Кремля, банк ВТБ, благодаря которому теннис жив, процветает и, надеюсь, будет процветать. Огромное спасибо, Андрей Леонидович, за ту победу, которую вы выиграли. I would like to congratulate you all on a happy ending of this Premier Cup tournament and a special thank you to the VTB Bank, the title sponsor, and personally to Andrei Kostin. Many thanks to you for supporting this tournament. Хочу поблагодарить Ольгу Юрьевну Голодец, которая впервые в новом статусе своем, как вы в правительстве занимаете безумный пост, что вы пришли сегодня именно на тот матч, который говорит о нашем будущем теннисе. Спасибо огромное и успехов вам, так как вы говорите, спорт, успехов вам. Special thank you to Ольга Голодец for attending this match in her new capacity of high-ranking member of the government and for watching this match, which is heralding new successes and a new bright future for the Russian tennis. Я не могу не сказать добрые слова в адрес Артема Дюмина, потому что мы последний раз играем в этом прекрасном здании. Прекрасное оно потому, что это здание служило развитию тенниса многие-многие годы, начиная с 90-х лет. Вокруг Кубка Кремля крутилась жизнь, развитие тенниса, и то, что мы здесь одержали больше всего побед, это заслуга вас и кто с вами работает. Огромное спасибо. Special thank you to the hospital of Anton Dyomin from Olimpijski. This superb building has been serving as home to the Kremlin Cup tournament for many, many years, and thank you for this contribution to the development of tennis. Я не могу сказать еще одну прекрасную вещь, потому что, к сожалению, Кубок Кремля закончился. Эта неделя была истинным праздником для всех, для вас. И мы от себя сделаем все, чтобы на следующий год было лучше, чем сейчас. Это наша обязанность, и я хотел бы, чтобы и наши прекрасные болельщики помогали нам в этом, потому что вы болели феноменально, и это тоже была частичка нашего успеха. Спасибо вам.